Если что, игра называется One Shift, не One Shot, но One Shift нету в списке, поэтому вот как-то так. О, есть Discord. Может, Discord сразу зайти посмотреть. Отличное разрешение, я считаю. У меня есть и украинская, и японская клавиатура, и русская, и английская. Я считаю, нам нужно поставить китайский язык. Для чего? Для того, чтобы понимать, кто у нас в городе живет, в основном, да? Да. Сейчас с ними. А, вот здесь ты имеешь в виду? Да. Я применил, но оно не применяется почему-то. Или применяется. Так, домой. Ну чё, играй? Ну чё, играем. Жопа норм... А, жопа норм Ильи. Нельзя тёлочку. О, там аниме есть! Аниме хочешь? Сейчас вот такой судоку. Двигайся к кубу, используя W. О, ну как бы давай. А может, можно гепард подожди? Может, правда, может гепард? А, может гепард? Иди гепард. Типа гепард не понадобится. А? А? Да, на стриме это нельзя. Я с тебя упала. Дистракт. Так, мне напоминают пусы. Так это не пус. Эти шрифты Arial просто. Лучшие. Нажмите любую клавишу, чтобы продолжить. Клавишу? Прыгай, используя A или квадрат. Ты нажала круг. Я нажала X. Значит квадрат. Ачивку дали. Вот как все начинается. Вика читала ачивку. Если увидите, что Вика зависает, она просто пытается прочитать. Еще одна ачивка! Две ачивки! Так это все на мой профиль. И все игры бесплатно мне прислали. Кстати, все сегодняшние игры мне прислали бесплатно издатели-разработчики, поэтому SoftClub может стать писюн. Потому что общая стоимость этих игр намного дороже, чем то, что они мне дают. Так, ты не поняла, что ли? Останови время. Теперь смени мир. Левый, правый бампер. Разморозь время. Тоже XB. Мне немножко непривычно, что... Ну, может, перестать управление. Что непривычно? Что, прыжок внутри на квадратике? Поставь, включи паузу. Блин, тут просто ачивки так и сыпятся, так... Давай я включу, чтобы ачивки показывались. Давай. А, ну тогда нас не будет видно. А, тогда же лучше, да? Да. Нажми, зайди в настройки. Вот, здесь можно переставить. Только, млядь... Нет, я не хочу, просто привыкни. Да. Просто привыкни. Ты ж прощелкай сначала мир и посмотри, вот и все. Тихо. Что мне кидается в клаб, один инди? А, здесь поэтому при разморозке есть этот прыжок. Нет, всякая вообще ничего не кидает. Дарекс, кого ты забанил? Это нормально, да? Ладно, хорошо. Это случайно? Или это нормально? Просто я в чате не вижу сообщений. Дзю. Почему здесь иероглифы показаны? Потому что они подумали, что это прикольно. Чтобы никто не понимал. А что там было написано? 10. 10? А. Прощелкай мир сначала. Почему ты прыгаешь, вместо того, чтобы выключать? Это он прыгает в принципе. Сам прыгает? Когда мир переключаешь? Да? Видишь? Хоп. Это просто X нажимаю. А, так ты нажми другую кнопку, подожди. Если это нажимать, то он не прыгает. А это он прыгает. Крестик просто не нажимает. А крестик это все одновременно. Крестик хорошо. Музыка пошла? Конечно, музыка, да? Все нормально. Факью просто. Да, Рэзбот забанил рекламу, подвигал. Меня даже не видно было. Нельзя снять паузу. Потому что ты в объекте. Знаю. Убеси меня. Господи, ачивки просто. Одни ачивки.
Тяжело. Это только начальные уровни. Так уже тяжело. Вы посмотрите на те ачивки. О, там тёлочка открылась. Тёлочку. Хорошо, что этого никто не видит. Это все главное видео. Так, играть. Чё, они работают? Нет. Кружок нами. А, ну в принципе зависло, что ли? Лучше. What the f... What the fuck? What the fuck? The fuck? Только мы получили тёлочку. Только мы получили тёлочку. Что-то мы везде получаем тёлочку сегодня. В Пусе получали тёлочку. В прошлой части тоже получали тёлочку. В Супер Сидюсер получали тёлочку. В Пусе получали тёлочку. Пусть. Не помню, почему я с тобой. Потому что у меня есть возможность получать игры бесплатно. И у меня большая библиотека Steam, и у меня есть тёлочки в этих играх. И ты можешь сидеть и играть в эти игры за... Вот правда тут ничего не поменялось, если честно. Тебе даже не надо прыгать. Да почему ты нажимаешь крестик? Если можно нажимать кружочки, она не будет прыгать. Это не будет по-уродски это выглядеть. Ты до сих пор не можешь приспособиться к кнопочкам? Кружочек. Отстань! Зачем ты это нажал? А, вот это ты нажала. Я ничего не нажимала. Это ты нажала. Как я силой мысли, что ли, нажал? Да. Я же такой... Ты успел еще посмотреть? Fuck you. Да я пройду один уровень. Я тебе покажу, как это делается. Я не хочу смотреть, как это делается. Да в смысле, я тебе покажу, как это делается. Да в смысле, как это делается? Отстань. Она не хочет, чтобы я ей показал. Не показывай. Да в смысле, ты не хочешь, чтобы я тебе показал? Понимаешь, люди не поймут, что это Готи. Ладно, там на самом деле в полигоне хуже люди играют. Ты почему меня унижаешь? Я не унижаю тебя, вот я и говорю, почему геймдев скатился, потому что тёлочки скатились в такие игры. Ну ты играешь за тёлочку сейчас. Вот это, как бы, тупик. Да фак. Просто идёшь вперёд сейчас и всё. Вот здесь. Или нет? Или нет? Я здесь мы тоже... Нет, здесь можно. Тут просто ачивки реально дают за все, по-моему. Просто меня жмет там 126 ачивок. Это не Готи? Ну, как бы... Ну, это не Готи. А вдруг сейчас будет мясо, кровище, расчленёнка, там, пилы? Нет. Думаешь, не будет пил? Мне кажется, ничего здесь не будет. Ну, давай хотя бы 10 уровней одолей. Конечно. Надо же посмотреть, я что это такое. Лалка, шо ли? Шо... А, лалка, господи, я думаю, она что-то другое сказала. Шавалка. Чё? Я тут шавалка. Почему она бегает так, как будто штаны наложила? Может быть, как раз в этом-то вся не суть. Когда ты хочешь побежать в туалет, то как будто целый лабиринт.
Что-то там материшься уже, да? Сукунай! Сукунай! Девятый уровень. Так. Почему японский язык так похож на мат? Потому что... Понимаешь, что люди тебя не слушают? Уже чат уже. Это тебе так кажется? Я тоже думал, что мне так кажется. Потом я слушаю, как я говорю во время того, как мы играли в Cuphead. И как ты? Но зато из-за тебя я попал в какой-то популярный ролик. Да, я видел. Эти были обои просто потрясающие. Там, где я. Такая, что же, что там за эмоции? Нет, просто прикрыл, ты повзевала, такая. А, я это... Хорошая игра, она очень интересная. Она так и не допрошла, кстати. Очень легкая игра. Скажите, Вики, что Cuphead легкая игра, да, и нужно допройти. Я смотрела прохождение. Легкая игра. What the fuck? Замуруй себя где-нибудь. А? Можно надо перепрыгнуть? Нормально. Домой! Скажите, нам просто перепрыгнуть вот здесь вот. И все, как бы, а зачем все остальное нужно было? Чё-то, по-моему, мы читернули только что. Видишь, а, это два надо собрать. Вот теперь Готи. А где второй? Вот теперь Готи. Ну все, 10 уровней, как бы. Готи, ребят. Вот когда два нужно собрать, это Готи, я считаю. Это как бы... Потными ладошками. Нормальные ладошки, что тебе нравится, потные, отстань от меня. Отстань, ну отстань уже. Хватит пот вытирать. Зачем ты мне даешь? А не знаю, я думала, может, ты хочешь пройти Готи. Да я вижу, что это Готи на самом деле. Мне хватило 11 минут, чтобы понять, что это Готи. Сколько стоит это Готи? Сколько, подождите, я хочу посмотреть, сколько стоит рублей это Готи. 300. 31 рубль. Ладно. Не, ну за 31 рубль это Готи, ребят. Это не Red Dead Redemption, который стоит 4000 рублей.